Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свои покупки, свой заказ, уже последний заказ в этом году по 19-му каталогу Faberlic. Здесь тоже у меня, конечно же, много что и в подарки пойдет, такие предновогодние покупки. Но, в общем, это уже последний заказ, еще жду кардиган из коллекции Рогова, но получу его уже в новом году. Вот, а так... В общем, с заказами в этом году Faberlic все, отстрелялись. Вот, надеюсь, что и в следующем году компания тоже нас будет радовать таким же большим количеством новинок. И также мы удачно и плодотворно поработаем. А сразу скажу в начале, что ссылка для регистрации в компании Faberlic всегда есть внизу под моими видео. Это первая ссылка. Переходите, регистрируйтесь, я буду рада стать вашим наставником. Буду рада видеть вас в числе своих консультантов, в своей структуре. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, поддержку. Вот, поэтому добро пожаловать. После регистрации, регистрация у нас бесплатная, паспортные данные не нужны. Вы будете иметь скидку 20% и делать заказ, как в любом другом интернет-магазине. Больше вас как бы регистрация ни к чему не обязывает. Если вы захотите строить бизнес и зарабатывать еще на этом, как я это делаю, успешно уже более 6 лет, поэтому добро пожаловать. Опять же, буду рада вам помочь в этом. Итак, поехали, дорогие мои. Что я заказала? Вот такие вот красивые наклейки. Очень жалею, что взяла всего лишь один лист, потому что разрываюсь. Не знаю, куда наклеить. Или на окно, или на шкаф-купе. У нас во всю стену шкаф-купе с зеркальными, да, дверцами. Вот, наверное, все-таки эту красоту нужно в комнате повесить. Посмотрите, как переливаются голографические вот такие вот шарики, снежинки. Ну, прелесть просто. У нас еще входная дверь тоже с зеркалом, поэтому и на входную бы дверь тоже хорошо пошло бы. Надо посмотреть. Ну, вряд ли уже осталось что-то на складе, но если будет, то возьму обязательно. Они многоразового использования. Вот, зимний лес. И артикул 11311. Супер, очень понравились. Красота. Давайте продолжу тему зимних покупок. Увидела на шаге 2 в разделе промо-акции распродажа. И там были вот такие вот товары из коллекции «Зима 2015». У меня есть вот такая вот прекрасная скатерть. Я покупала, а вот эти вот, ну как-то жалко было денег. Вот здесь со скидкой я купила нам на Новый год вот такие вот салфеточки. Дом Faberlic, 2 упаковки купила. Артикул 94-44, размер 25 на 25. Это у нас была коллекция «Снегири», помните? Вот, потом из этой же коллекции вот такие вот тканевые салфетки с водо- и жироотталкивающей пропиткой «Снегири», размер 45 на 45. Я еще сама не смотрела, давайте покажу вам. Потому что вдруг еще есть, вы еще в принципе 31 декабря вполне можете сделать заказ, потому что я планирую это видео выложить сегодня. Вот такие вот салфеточки, красивые. Единственное, я не знаю, можно ли их как-то погладить или нельзя. Ничего не указано, но материал полиэстер. Поэтому я думаю, что можно. Вот. Еще из этой же коллекции купила вот такое вот кухонное полотенце. Размер 45 на 70. Коллекция «Снегири». 2015. Хлопок. Так, докупила еще клиенткам в подарок календари, вот таких вот настольных, домики пока есть. Я уже говорила в прошлом видео, что очень удобно, здесь отмечены все наши периоды. Дарите клиентке, она никогда не забудет сделать у вас заказ своевременно. Это очень удобно.
Здесь календарь на 2018 и 2019 год. Также я его использую в работе, всегда стоит у меня на журнальном столике, и я знаю, как у нас длятся периоды, потому что у нас в компании несколько периодов, бывают двухнедельных. Вот, поэтому обращайте на это внимание. Так, купила в подарок тете колготочки вот такие вот, эластичные шелковистые колготки с заниженной талией. Взяла 40D, с заниженной талией колготки очень хорошо подходят для крупных женщин на большие размеры. Взяла четверочку, это размер XL. Вот. Это бежевый цвет, артикул 82-795. Очень хорошие колготки. Девочки, если вы не покупали, очень рекомендую. У меня клиентки очень довольны. Я тоже, насколько я не люблю колготки, я вот эти вот заниженные талии себе купила. И 20D на 40 ношу с удовольствием. На праздник тем более. Супер. Купила журнал, регулярно покупаю. Приобретая этот журнал Faberlic Style, вы всегда будете в курсе новостей нашей компании. Ну, тем более, что почитать женский журнал, это всегда приятно. Вот, здесь не только про Faberlic пишут, а вообще про все, очень интересно. И также, приобретая этот журнал, можно участвовать в розыгрыше подарков. Я вот однажды купила и выиграла аромат Beauty Cafe Caprice. Очень повезло. Так что тоже заказывайте. Артикул этого журнала новогоднего 90-22. Можно выбрать на шаге 2 в разделе промо-акции для консультантов. По акции при покупке двух упаковок чая Faberlic, каждая шла по 119 рублей. Вот, в общем, купила родителям две упаковочки чая с бергамотом. Здесь 15 пирамидок, чай очень хорошего качества. Вот, у меня любят родители с бергамотом, поэтому тоже пусть пьют на здоровье. Также еще купила в подарке вот такие вот спреи водные, освежители, зимние ягоды из коллекции Дом Faberlic. Они на водной основе, поэтому безопасны для астматиков, аллергиков, маленьких детей и животных. Здесь 250 мл, очень приятный аромат, знаете, такой клюквы в сахаре, просто супер. Ягодно-сладкий такой аромат с кислинкой, прелесть, очень рекомендую. По хорошей цене сейчас у нас идет вот такой вот продукт, кислородная пена для комфортного бритья. Она парфюмированная с ароматом Vent Adventures для мужчин. Артикул 0500 с экстрактом эдельвейса и кислородным комплексом. Рекомендую. Сейчас хорошая цена на эту пену, действительно заказывайте. Тоже в запас пойдет к папе. Хорошая цена сейчас по акции на шаге 2. Можно выбрать вот такие вот капсулы для краски краса. Также вкладываю как подарок для своих клиенток, которые у меня краску покупают. И купила маме для волос, лишенных блеска, для чувствительной кожи головы. Вот, хорошие капсулы. Они подходят для краски краса. Можно в каждую краску добавлять по две вот такие разные ампулы, в общем. Вот. У меня мама красится красой, красным оттенком таким. Вот, поэтому покупаю всегда для нее. Ей очень нравится. В этом периоде, девочки, у нас наконец-то появилась новинка долгожданная, которую мы очень ждали. Это подкручивающая тушь для ресниц, бесподобный изгиб. Ее артикул 5082. Вот она появилась. Обратите внимание, что в каталоге 19, то есть еще 31 декабря, вы можете заказать туши, вот эту, потом Volumart, которая мне очень нравится, всего лишь по 159 рублей при покупке двух. Неплохая тушь. Я вам сейчас показываю только щеточку. Видите, она какая изогнутая. Я не буду вам долго рассказывать о ней, потому что я сняла вместе с макияжем, сняла для вас отдельное видео, ссылку вставлю в конце этого обзора. Переходите и смотрите подробный мой отзыв об этой туши. Вот такая вот мега-керл.
Купила 2 по 159 рублей каждая. Следующее, что купила, я стараюсь быстрее, опять у меня батарея садится, ужас какой-то. Купила себе, так сказать, в подарок на Новый год, я не могу обходиться без термокружек. Вот артикул 95-37, это термокружка. Материал пищевой пластик, полипропилен, срок службы 10 лет. Видела у Олечки Рогалевой. Вот она рекомендовала, поэтому я себе тоже смело заказала. Она как раз тоже сейчас на распродаже, на шаге 2 идет. Вот, и я купила себе вот такую золотую. Ну, там серебряной не было в распродаже. Но вы посмотрите, какая красота. Представляете, вы будете ходить, такая красотка с такой термокружкой. Вот, я всегда, когда из дома уезжаю, то варю себе в кофемашине свой любимый латте. Вот, и всегда беру с собой в машину. У меня, в общем, ну, особенно если рано еду куда-то, да, утром, чтобы взбодриться. Вот, всегда беру. Так, сейчас на запах скажу, девочки. Запаха нет. Это просто супер. Действительно, очень качественная термокружка. Я боялась, что, знаете, будет какой-нибудь Г. Нет, очень крутая вещь. Просто молодец я, что себе такой крутой подарок сделала. Красота. Камера даже не может сфокусироваться в реальности. Она еще красивее, чем вы сейчас видите. Просто восторг. Вот, так что рекомендую такую кружечку. Так, здесь написано ее литраж. Литраж не написано, но, по-моему, она пол-литра. Если мне память не изменяет. Еще у меня есть вот такой маленький пакетик. Здесь календарики тоже клиентам. Также саше вот таких вот масочек я вкладываю девочкам. Салон Kea. Артикул 82.96. Если вы VIP-консультант, то вам вот эти все пробники доступны со скидкой 50% на шаге 2. Чтобы стать VIP-консультантом, вам достаточно каждый период делать заказы суммарно за период на 50 баллов. Вот, и вам уже доступны вот эти вот расходные материалы все со скидками. Вот, тушь. Потом по хорошей цене 229 рублей у нас в этом каталоге идут помадки 3D объем. Я заказала в подарок вот такую вот розовенькую. Артикул 44-105. Красивый оттенок, розовый, благородный. И можно еще эту помаду заказать с карандашом контурным всего за 279 рублей. Тоже у меня клиентки брали. Вот, здесь купоны, которые мы будем тратить в следующем каталоге, в первом. Скидка 50% на парфюмерию, косметику. Тоже не пропустите. Товары по этим купонам, девочки, мы выбираем на шаге промо 2 в разделе промо-акции для консультантов. В общую корзинку не добавляйте товары, которые вы хотите за скидки купить. Вот. Выбирайте именно в этих вкладках. И последнее, что у меня осталось. Заказала я пока что по полной цене, потому что для VIP-ов еще нету в разделе, да, со скидками в промо-акциях. Я купила новые помады. Новые помады, что я имею в виду, в каталоге 1 у нас появляются 2 вида новых помад. Это вот такая помада «Абсолютное увлажнение». Ее можно будет по акции всего за 129 рублей купить. Посмотрите, какой блеск влажный, классный, с ценными маслами. И также со светоотражающими частичками, с легким шиммером, у нас будет помадка «Абсолютный объем». И ее тоже можно будет купить всего за 129 рублей при покупке по каталогу на сумму 299 рублей. Поэтому, девочки, очень удобная и выгодно регистрироваться в период с 1 по 21 января. Если вы еще по каким-то причинам это не сделали, то обязательно регистрируйтесь. Прям 1 января садитесь, переходите по ссылке под моим видео и оформим заказ на сумму от 1300 рублей по этому каталогу. А это каталог распродаж и очень хороших распродаж. Действительно, будут супер цены на многие-многие товары. Я уже проверила. Вот, поэтому регистрируйтесь,
делаете заказ, заплатите вы, естественно, уже на 20% меньше. Вот. И сможете приобрести уже все со скидками. И в подарок вам за регистрацию с вашим первым заказом по каталогу 2 вы сможете выбрать себе любой вот такой аромат из серии Beauty Box. Я очень люблю Bonbon Cheri. Показывала этот аромат в своем видео топ-10 лучших средств Faberlic для меня 2017 года. Тоже ссылку оставлю. Обязательно посмотрите это видео. Оно очень информативное должно быть, я думаю. Особенно для новичков. В общем, девочки, купила 5 пробников. Один уже укатился. Буду пробовать на каникулах. Буду писать в Instagram. Вот. Сейчас готовимся к Новому году. Сами понимаете, времени на это нет. Даже не открывала, не пробовала. Вот, но напишу обязательно в Инстаграм, хотя бы общие такие, да, моменты. Вот, на этом все, мои дорогие. В общем, не пропустите этот каталог замечательный, который будет действовать с 1 по 21 января. Действительно, очень хорошие скидки будут. Супер, запасайтесь. Делайте заказы, запасайтесь. Вот, на этом все. Буду рада видеть вас в числе своих консультантов, буду рада видеть вас в числе своих подписчиков в Инстаграм, ссылка будет внизу под видео. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, если вам было интересно посмотреть и полезно послушать, если вы узнали что-то новенькое для себя полезное. Рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям, а также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. На этом я с вами прощаюсь уже теперь до следующего года, 2018-го. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом, желаю вам хорошо отметить этот волшебный праздник, волшебной вам ночи. Всего вам самого-самого хорошего в Новом году. Обязательно здоровье вам и вашим родным и близким, а остальное все приложится. Да, даст Бог, заработаем, и все будет хорошо. Вот, в общем, мир вашему дому, добра и здоровья деткам, родителям и всем-всем вам. Всех люблю, целую и обнимаю. С наступающим Новым годом! До новых встреч! Пока-пока!